Коллектив Национального университета Одесской юридической академии понес большую утрату. На 75-м году ушел из жизни профессор кафедры аграрного, земельного и экологического права Илья Иванович Каракаш. Илья Каракаш получил высшее образование в 71-м году, окончив юридический факультет Одесского государственного университета. Более 20 лет преподавал на юридическом факультете Одесского государственного университета. С 93-го по 95-й год был первым секретарем по посольства Украины в Турецкой республике по политическим вопросам. А в 97-м году влился в коллектив Одесской государственной юридической академии, участвовал в формировании и заведовал кафедрой предпринимательского и коммерческого права. С 2000 года доцент-докторант кафедры аграрного, земельного и экологического права Одесской национальной юридической академии. С 2002 по 2004 год ректор Международного гуманитарного университета. С 4 по 7 год проректор по научно-организационной работе Одесской национальной юридической академии. С 2003 по 2016 год заведующий кафедрой аграрного, земельного и экологического права Национального университета Одесская юридическая академия. С 2006 по 2010 год являлся депутатом Одесского областного совета и главой постоянной комиссии по вопросам земельных отношений и административно-территориального устройства. На протяжении многих лет Илья Каракаш вел активную борьбу за спасение Куяльницкого лимана. Президент Одесской юракадемии Сергей Кивалов высоко ценил деятельность Ильи Ивановича, ставя его в пример молодым коллегам и сотрудникам. За заслуги в деле образования Илья Каракаш был отмечен такими званиями, как «Отличник образования Украины» в 1997 году, «Заслуженный работник образования Автономной Республики Крым» в 2007, «Заслуженный юрист Украины» в 2013, «Почетный гражданин Гагаузии города Вулканешты Республики Молдова» в 2015. В 2018 году в стенах родного вуза защитил докторскую диссертацию на тему «Теоретические проблемы права собственности на природные объекты и их ресурсы в Украине». Многие из предложенных Ильей Ивановичем законопроектов были внедрены в законодательную практику. Был советником и разработчиком всех политико-правовых документов относительно создания гагаузской автономии в Республике Молдова и депутатом первого состава национальных сборов Гагаузской Республики. Илья Каракаш – соавтор 4 монографий, автор 6 сборников законодательных актов, 10 учебных пособий, 5 учебников и свыше 160 научных статей. Участвовал в разработке законопроектов аграрной и земельной реформ. Просвещение было его стезей. Илья Иванович Каракаш обладал природным умом, ценными профессиональными знаниями и опытом, организационным талантом. Вечная память и соболезнования родным и близким.